Всех приветствую, всему народу России добра, здоровья, мирного неба над головой. Я Иван Забайкальский. Не думал, что придется обращаться к народу из-за гонения, оскорбления моего народа. Братья, сестры и молодежь России, в нашей нации, как и среди русских, есть те, за кого можно гордиться, а также есть те, за кого краснеть. Не надо из-за одного человека или нескольких судить всю нацию. Мы также можем перечислить поступки славян. Но мы считаем, что Россия – цивилизованная страна, а значит, думаю, мне приятно будет защищать каждого из вас. Братья россияне, я цыган, защищал и буду защищать. Но тогда, когда буду знать, что в нашей стране все по закону, думаю, данный инцидент может исчезнуть, и правоохранительные органы разберутся с преступниками с обеих сторон. А насчет того, что наш народ бесполезный, зря вы так. Таким отношением вы можете оттолкнуть наш малый народ. Нами никто не интересовался, а спустя 80 лет, тогда, с того момента, когда победили немца совместными силами всех наций, которые входили в 16 республик, так вот, давайте сейчас будем едины. Всем спасибо, добра, здоровья. С вами был Иван Забайкальский.